Сильные морозы, отсутствие снега и, как результат, порыв трубы. Некоторые городские коммуникации холода переносят плохо. В течение нескольких дней въезд во двор по улице Карла Маркса напоминал хоккейную площадку. Здесь суровые погодные условия не выдержали трубы с холодной водой. Жители попросили как можно быстрее устранить неисправности. По данному адресу у СКС было две утечки на сетях. Первую утечку устраняли 4 декабря. Проводили земляные работы, устраняли порыв, который вот находится за нами. И 7 числа меняли задвижку диаметром 200 мм. Соответственно, излив произошел на территорию придомовую. Была залита дорога. Как устранили последствия порыва на сетях во дворе по улице Карла Маркса, 17, проверила глава города Елена Лапушкина во время еженедельного объезда районов Самары. Ресурсники справились и с порывом, и в течение выходных очистили дорогу ото льда. Похожая ситуация произошла и в Октябрьском районе Самары. Все та же улица Карла Маркса, только на этот раз вода разлилась не во дворе, а на проезжей части, на участке от улицы Академика Солдатова до Метерева. Здесь причиной послужил засор в трубе. В течение 2 дней специалисты ресурсоснабжающей организации устранили все последствия. Устранили засор прежде всего. Дальше подключились, мороз на улице стоит, образуется наледь. Поэтому вот отработали реагентами, счищаем наледь с дорог. И сегодня работаем щетками, чтобы до конца уже привести дорожное полотно в порядок. В Советском районе порыв на сетях водоснабжения привел к затоплению двора, части территории школы и детского сада. Также вода попала на аллею, которая расположена на улице Авроры. В выходные специалисты боролись с последствиями, но ото льда участок удалось освободить лишь частично. Решение этого коммунального вопроса на контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.